А, вот, всем привет, вы не ожидали, что я вернусь, да? В общем, это тире РУТД 161, версия РУТДшки. И мы начинаем по заявкам одного из пользователей. Хо-хо. Так. Начинать всегда трудно. Сейчас у меня возникла огромная проблема со звуком, как и у всех снимателей. Дело в том, что мои предыдущие наушники были самые лучшие, по-моему. Потому что они офигенно записывали. А теперь мне приходится, как и всем, в наушниках вырубать огромную громкость. И все равно вам будет почти ничего не слышно. Я уже проверял. Например, музыка из заставки. Ее нифига не слышно. Также я таймер установил на 15 минут. Это будет нормально. А то у меня места на компе мало. Угу. Начинаем. Первым делом построить дом. Так, ага, что же я хотел сказать? Наконец-то дурацкие привидения не будут здесь, потому что это 1.6.1, новогоднее обновление. Ну да, новогоднее обновление. И оно в себя привидений не включает, их удалили. Это очень хорошо. Теперь меньше проблем. Вот как видим, все то же самое. Уже можем сделать какие-то хрени, которые нам пока что не нужны. Пока что дерево. Угу, для дома. Я не знаю, что здесь добавили, я знаю, что привидение удалили. Также в данный момент есть версия мода 1.7.1. Вот это уже прикольно. Копировать мир я, наверное, не буду. Только что вот недавно терку прошел. Абсолютно без читов. Настоящую. Даже, возможно, если вы попросите, я смогу заснять, как я убиваю скелетроны и глазиков, как я вам уже говорил в тот раз. Это свежесозданный мир. Дело в том, что когда я захожу на мир со съемкой, то звук начинает отставать, потому что там происходит какой-то немножко бах, не знаю, как это назвать. В общем, плохо все. Так, приступим к созданию дома. Дом будет пока что простой. Дом, в принципе, у меня всегда простой. Сделаем его. Здесь. Где заспавнился? Здесь? Ну ладно. Надеюсь, зеркало у меня скоро появится. И дом. Дом. Дом я сделаю вот здесь. Плохое место. Это очень всегда трудно делать дома. Ну ладно, я придумал. Наверное, как-нибудь без съемки я. Хотя нет, сначала я построю очень маленький дом, который вы сможете увидеть. Ну и вот это, в общем-то, он и будет. Сейчас. А как же это громко, вы не представляете. Нужно купить нормальный микрофон. Очень давно я делал на Ютубе. Все дело в том, что сессия началась. Меня сейчас будет заваливать просто. Все учителя. Ужас. Как всегда. Раз, два, три, четыре. Замечательная музыка. Жить я буду пока что в таком вот маленьком домике. Потом он перерастет в нечто большое. Ну а пока что да. Пока что говнодом. Мне пойдет. Норм. Так, здесь поставим. Сделаем сразу молот. Поставим его на двоечку. Чтобы снести эти дурацкие. О, как же долго. Стены. У, РУТД это очень круто. Потому что РУТД, по-моему, самый лучший мод в Террарии, который есть. Ну, для меня. Дверь. Две двери. Все. Дом есть, стен нет. Сейчас будут стены. Не те. Стены. Малюсенький дом. Сейчас я отправлюсь искать паутину, чтобы спавниться в нем. Гид уже здесь живет, по идее. Так, еще мне что нужно? Стул. Стул. Все. Дом гида почти готов. Нету освещения. Поправим. Чё-то я замерз. Сейчас мы пойдем убивать слизня. После того, как мы его убьем, я пойду искать себе всякие ресы. Например, железо, сундуки, которые лежат без дела. Так. Будет круто. Как же я его люблю. Я, наверное, раз 7 прошел этот мод. Он мне все так же нравится. Здесь факел,
здесь факел. Все. Проверим. Есть. Гид теперь может жить здесь. Гид мой самый любимый моб. Потому что другие его не любят. Нет, не поэтому. Потому что крафты. Он дает крафты даже в модах. Он вам поможет с крафтами. Побежали. Вон я вижу замечательные наши горшочки. Сдохни, сдохни, сдохни. Так. Так, я забыл зайца. Заяц у нас, скажем, ну пусть это будет золотого цвета. На самом деле это цвета поноса. Ну да ладно. Факел я не люблю использовать. Так. О, тут у нас что-то интересненькое. О, нет. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Уже первый моб. Блин. Блин, блин. Он меня замочит. Он очень мощный. Блин, он еще стреляет. Походу, капец мне. Да. Ну ладно. Не так уж важно. Как раз я хотел на поверхность выбраться. Дело в том, что я очень лох сейчас. И мне нужно искать ресы. В основном это железо. Так, пойдем кроля. Кролю я устанавливаю в первую очередь. А вот он, кстати. Сейчас мы его добьем. Так, как видим, экспа идет. Когда экспа идет... А, я же еще про мод не рассказал вам ни разу. В этом моде добавлено дофигища всего. Это очень много предметов. 1052, по-моему. Так, и дофигища мобов. Дофигища МПС. Я видел 77. Но это не так. Это, наверное, их номеры. Не знаю, как это делается. В общем, здесь очень много всего. Также присутствуют дополнительные 3 ячейки. И все. Больше ничего. Но тут очень круто, я вам обещаю. Надеюсь, у меня хватит терпения заснять это до самого конца. Тем более лет впереди. Сегодня-то какое? Сегодня понедельник. Короче, сегодня сдача экзаменов. Вон идет у нас имп. У него 15 хл. Кстати, тут есть свой плюс и минус. Даже не знаю, как его назвать. Для меня он минус, потому что когда делаешь экскалибур, то он очень мешает. В общем, здесь есть система опыта. Как видим, я уже набрал 37. Она выпадает с каждого моба. Опыт с каждого моба выпадает. Угу. Что-то я заговариваюсь. Ладно, не суть. Вот. И когда он выпадает... Как там мой таймер? То это очень хорошо для таких вот пушек, как клиночек мой маленький. Но вот для других это очень плохо. Например, для экскалибура. Дело в том, что когда зачаровываешь экскалибур, то... Все чары пропадают, как только получаешь первый левел. Вот, кстати, мы можем увидеть курицу. Курица — это очень круто. Курица нужна для яиц. Дело в том, что здесь сплетены много мобов. Модов. Не знаю, как правильно. Модов, наверное, все-таки. И здесь можно призвать из яиц всяких фениксов, других, экватрикс, как там еще, джунгликс и огникс. Вот яйца для их призывания. Кстати, мне кажется, что они повышают их жизнь. А может, не повышают. Когда их пьешь много. Ладно, пойдемте. Давайте не будем на мобов нарываться. Блин, как же мне не хватает крюка. Как всегда, крюка нет. Блин, походу это наш конец. Сахарный такой. Ладно. Типа шутканул. Пойдемте вот таким образом. И уже ночь. А ночь это нехорошо. В принципе, у меня уже есть достаточно железа. Чтобы сделать себе full set. Также все из железа, в общем. Ну, меня поняли. Читерить я буду точно так же, как и тогда. Но я не буду использовать сторонние программы, чтобы убивать всяких скелетронов. Потому что здесь есть такие офигительные пушки, что здесь этого не надо. Как видим, мне очень везет. Из 3-й курицы подряд мне выпало яйцо. Это очень редко, вообще-то. Там, по-моему, шанс 5%, что выпадет яйцо. Но, так как версия новая, возможно, шанс уже повысили. Так... Да, по-моему, шанс значительно повышился. Так, и мне не везет на сундуки, как видим. Это нехорошо. Создадусь. Как видим, уже мой комп не лагает из-за того, что он новый. И все хорошо. Курица. 5-я. Во. Все, не выпало. Значит, все-таки не очень повысили. Да. Красота. А то весь баланс бы испортили. Наверное, мне так просто очень повезло. Ой-ой-ой.
О, у меня хилки уже есть. Ладно. Террария. Ух, скучал я по Террарии. Вот, наш первый сундук. Ну, что я могу сказать? 8 железа. Очень хорошо. И один сундук. Тоже хорошо. Ничего плохого. Не вижу. Так, еще у нас сейчас будут кроватку мы, наверное, все-таки не сможем создать. Вот что нам нужно, точно. Я как-то забыл. Надо же уже брать себе печку делать. Сейчас. Ну что ж, начало мне понравилось. Самое главное, чтобы не было кровавой луны. Я надеюсь, вам слышна эта замечательная музыка. По-моему, это из Фейбла. А также я разузнал трек, который в самом начале, который я вам не смог показать. Потому что у меня лагает после этого. Не лагает, а отстояние звука. В общем, это из Magical World. Нет, Rune of Magic. А называется он... Я не помню как. Ну, в общем, Runes of Magic. Пишите. И тогда вы найдете этот трек. Он мне очень нравится. Так. Ну, что будем делать? Я не хочу пересходить. Давайте... Ух ты же, ё-моё. Медь, ну тебя. Вы видели, сколько там мобов? Они же меня нагнули бы. Ладно. Ох ты ж, ё, ну, а он манул меня, нет? Уйди! Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Это пауки, да, это злобный паукан и веселый таракан. Ничего смешного нет! А ну кыш. Во! Ух, паутинка, паутинка, то, что надо. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Они следуют за мной. Я не знаю, как их убивать. Сейчас они слишком сильны для меня. Ой, как мне везет. Прикиньте, если я сердечко найду. Серебро? Нет. Чё-то я странно руду пропускаю. Ну ладно. Стоп. Нет. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Золото? Золото? Блин, они мне мешают. Варьеры. Дело в том, что здесь добавились новые. Раньше были всякие тыквоголовые, а теперь варьеры. Это нехорошо. Ладно. Мне бы джунгли найти. Там пираньи. Там крюк. Ладно. Ладно. Забыли о крюке. Железо. Вон я вижу ловушку. Не знаю, нужна ли нам или нет. Но, тем не менее, скоро время иссякнет на съемку видео. Я хочу, чтобы меня заранее об этом предупредили. Да, через 2 минуты. Ну, почти через 3. Так. Red Slime. Очень опасная вещь, потому что... Чё? 35 жизней. Убьем. Потому что я слабый, блин. Ничего, я когда разовьюсь, я таких с одного удара буду убивать. Ой-ой-ой. Какой же я днище, ура. Так, вроде добил. А, щит. Да нереально. Я их ненавижу. На начальном уровне это самое подлое, что может быть, Балдер. Ух ты. Все, я закрылся. Теперь можем креативить. У нас есть сундук. Поставим его перед дверью, чтобы всякие твари не выходили и не заходили. Так. Что мне нужно дальше? Дальше, дальше, дальше. Тейбл нет. Меч нет. Вот, фурнейс. Печечка. А, в данный момент мне ничего не нужно экономить. Вот, печка есть. Теперь никто к нам не зайдет. Iron Anvil. Слишком дорогая, чтобы... Да, это уже началось читерство. Или богоюзерство, как вам по душе. А еще мне нужен ткацкий станок на кроватку. А для этого мне нужно расширить дом. Фух, опять. Началось строительство дома. Раз. О, не-не-не-не-не-не-не-не. Свали, свали. Так. Ага. Ладно, пофиг. Сверху я буду спать. Так что там нет смысла ставить всякую хрень, типа стен. Ну ладно. Мне всего лишь нужна кровать. Фух. Начало, как всегда, трудное. Это что такое? А, длинный стол. Нафига он мне нужен?
Мне нужен предельный станок или ткацкий. Во, как видим, уже есть варейкс. Он дофига сносит. Но все равно я ничего не буду делать. Дофига я, как видим, предметов уже есть. Building table. Хо. Iron. Все, из железа я сейчас могу сделать. Наверное, я так и сделал, но, блин. Таймер поджимает. 31 секунда. Настало время прощаться. Потому что место на моем компе не железное. А, ну я пока что спрошу. У гидушки. Гидяра, гидяра, скажи как мне. А как делать лесопилку? Или кроватку? Кроватку я знаю как, а вот лесопилку. Лум из 12 этих на самвил. Самвил. Два железа, один iron chain. Понятно. Где же мне взять его? Ну все, настало время прощаться. Увидимся в следующей серии. Всем пока.